Доброе утро, дорогие друзья. Это студия «Хорошее настроение». На всякий случай напоминаем нашу сегодняшнюю дату. 26 января, понедельник. И, конечно, в утренний час мы привыкли говорить вам о спорте, рассказывать, ну и, разумеется, показывать его. Ну и, конечно, сегодня у нас представитель замечательного вида спорта в студии. Спорт, который почему-то долгое время был незаслуженно забытым у нас в Беларуси, но, тем не менее, встает на ноги по полной программе. Это мы с тобой, наверное, подзабыли. А люди, которые находятся в студии «Хорошее настроение», очень хорошо знакомы с этим видом спорта. Сегодня у нас большая компания. Давайте будем потихоньку знакомиться. Итак, тренер брестской регбийной команды «Харкор Редс» Кирилл Маслаков. Кирилл, доброе утро. Доброе утро вам. Представитель минской степянки «Три сотни». Так команда называется, оказывается. Тренер Александр Якутович. Александр, и вам доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Теперь смотрим на очаровательных девушек, которые, да-да, в регби тоже, оказывается, в Беларуси играют. Капитан женской регбийной команды «Санта-Мария» из Бреста, Мария Чернова. Здравствуйте. Доброе утро. И ее коллега из Минской гражданочки, гражданочка Оксана Стальповская. Здравствуйте. Доброе утро. Это еще не все, но на этом моя фантазия закончилась, поэтому, Александр, наверное, вы представите ребят. У нас сегодня в студии капитан команды «Степянка Три сотни» Алексей Михайловский. Здравствуйте. Игрок регбийного клуба «Гражданочка» Юлия. И игроки еще «Степянка Три сотни» Дмитрий Шабетько и Влад Горобец. Всем доброе всем утро. Привет. Я смотрю, да? Все со своими мячами ходят. Да. И играют, наверное, только некоторые со своими. Некоторые без мячей, правда, но тем не менее. Про мячи мы еще поговорим, я так думаю. Да, ребят, ну скажите, как вы выбрали такой спорт, как регби? В детстве смотрел игры когда-то по регби, там чемпионат мира или кубок мира. Вот, и решили с ребятами попробовать, с друзьями поиграть. На пляже играли, но это получалось какая-то куча мала, в принципе. Mm-hmm. Вот, ну, не знали правил. А потом решили заняться серьезно, потому что ну, такой мужской, зрелищный вид спорта, в общем-то. Вот, и оказалось, очень сильно втянулись, и спорт того стоит, и просто сейчас ну, для меня он на первом месте. А что касается страны в целом, вот в Беларуси, какое развитие на сегодняшний когда-то, день? Когда-то в советское время, в Советском Союзе он вообще, регби появился в 20-х годах, а первая игра была между Минском и Москвой в 34-м на стадионе «Динамо». Угу. Вот, но с развалом Советского Союза спорт был потерян. В общем-то, и приходится развивать его заново. Вы представители разных команд, да? Вот, Александр, вы представляете минскую команду, да, столичную. Есть ли сборная страны? Сборная страны есть. Есть еще несколько людей, которые этим занимаются. Но, в частности, в эту сборную входят игроки и как из Бреста, так и из Гомеля. Есть хорошие ребята, у них хорошо получается все делать и в своем городе, и с нашей командой все представители играют за сборную. А на каком уровне находится сборная нашей страны по сравнению с другими странами? Ну, это любительский уровень все. Пока что это любительский. То есть до профессионалов мы еще не доросли, но все впереди. Ну, самое главное. Зато у вас есть прекрасные девушки. Девушки, скажите, что вас привлекает в регби? Потому что для меня, если честно, этот вид спорта оказался исключительно мужским. И чем отличается, скажем так, женский вариант регби от мужского? Есть какие-то вообще нюансы? На самом деле ничем не отличается женский от мужского регби. Правила все одинаковые. И я, допустим, пришла на регби из любопытства. Я не думала, что меня так захватит этот спорт, но уже после первой тренировки я поняла, что меня это очень зацепило. Это очень атмосферно, интересно, сами сложности и правила игры. И я стала частью команды. А что касается профессиональной подготовки, ну, скажем, физической, да, спортивной подготовки, нужна она какая-то? Либо можно вот идешь мимо зала, оп, зайду-ка я и раз, и в игру попал в команду? Да, можно зайти, попасть любому человеку с любой комплекцией, с любой физической подготовкой. И каждому найдется место в команде, и каждый сможет развиться в какой-то степени, если у него есть желание. Мячи непривычной формы для обычного понимания. То есть обычный мяч круглый. А здесь мяч овальный. Вот с чем связана в регби форма овального мяча? Вообще, как ни странно, изначально мячи делали из свиных мочевых пузырей. Их надували через керамическую трубочку, а сверху обволакивали кожей и сшивали ее, чтобы мяч не лопал. Придумана была каучуковая форма, камера внутренняя. Вот. И постепенно для того, чтобы игра была более зрелищной, чтобы игроки больше играли в пас, мяч сделали более вытянутой формы, формы дыни, как принято называть этот мяч. Это дыня, это не овал. Да я вот это торпеда, знаешь, дыня-торпеда такая. Кстати, он поразительно легкий мяч. Я, честно говоря, ожидала, что он будет
так подтянуть, ну, как баскетбольный. Как... Не набивной мяч. Есть в этом какой-то смысл, да, что он именно вот такой по весу? Ну, его удобнее ловить и передавать передачи. А? Просто круглый. Готов? Сложнее почти. Ну, про мячи мы немножко узнали, и существует еще одна интрига. Оказывается, регби – это не просто регби. Есть регби 7, регби 15, да? Может быть, я не очень правильно профессионально называю какие-то названия. Да, что ты такое несешь с утра пораньше? Зачислительные, да, в названии. Классическое регби, регби юнион называется. Это регби 15, когда играет на поле 15 человек с каждой стороны. Вот, поле там 100 на 80, грубо говоря, размером. И играется два тайма по 40 минут. Есть еще олимпийский вид спорта, регби 7. Сейчас он стал олимпийским. Вот, когда-то регби и регби юнион 15, оно было тоже олимпийским почти 100 лет назад. Вот, сейчас регби 7 олимпийский вид спорта. И играется на большое поле, играется 7 на 7 игроков. И 2 тайма по 7 минут. То есть, грубо говоря, весь турнир можно уложить там в пару суток. А что такое зимний регби и пляжный регби? У зимнего, что и у пляжного регби правила, в принципе, одинаковые. Играют по 5 человек с каждой команды. Правила немного упрощены, нежели как регби 7 или регби 15. Вот. Та же самая задача – занести мяч в зачетное поле, свалить игрока с мячом, отобрать его. И все, и тайм идет по 5 минут. То есть это все быстро играть, чтобы не мерзнуть, показать всю динамику игры и пойти быстренько переодевалку в душ. А это какая-то такая отечественная фантазия, либо это по всему миру распространены такие вот варианты? Пляжный регби, там, где тепло, зимнее, это вот как раз сейчас у нас можно? Это сделано, наверное, в качестве шоу, чтобы привлекать внимание, потому что кому-то будет, может, неинтересно сидеть 40 минут и смотреть на игру, как большие дядьки толкаются. А здесь 5 минут посмотрели, вот прикольно, попинали мячами. Между прочим, толкаются не только большие дядьки, но и хрупкие девушки. Вот Оксана нам уже рассказала немножко про себя. Мария, что вас занесло в регби? Ну, мячом? У меня был знакомый, который приглашал смотреть игру. Как бы я постоянно приходила на игры, конечно, правил я не понимала, но мне было очень интересно. Ну и этим летом, в июне, мы узнали, что в Минске собралась команда «Гражданочка» и решили сделать женскую команду в Бресте. Мне было, конечно, очень страшно, но еще больше интересно. Поэтому я взяла подругу, мы пришли на пляж. Нам очень понравилась атмосфера, очень заинтересовал этот спорт. Когда мы зовем других девушек приходить к себе в команду, тренироваться, они все боятся, потому что как бы со стороны это выглядит намного жестче, чем на самом деле. Что касается вообще жесткости игры, да, насколько часто бывают травмы, выбитые зубы, там, не знаю, вывихи, дай бог, перелом какой? Все играют с капами, зубов выбитых практически не бывает. В общем-то, травм не больше, чем в том же футболе. Вы сказали уже несколько раз про зрелищность спорта. Но те, кто видел хаку от новозеландской команды All Blacks, наверное, запомнили это навсегда. Для тех, кто не видел, друзья, и не понимают, о чем идет речь, есть уникальная возможность посмотреть это все прямо сейчас у нас на экране. Какая женщина, сразу здесь все смотрят, какие мужчины все же таки. Что-нибудь подобное у нас, у вас точнее, происходит? Есть у нас такая хака или нет? Ну, хака – это традиционный танец маори, это их национальная, так сказать, культура. Вот, это немножко не наша традиция, так же, как и татуировки у них своеобразные. У нас есть мотивация перед каждой игрой, и вот Степянка Трисотни очень красиво это делает. Так сказать, заряжает и выходит уже разогретая и физически, и морально, так сказать, на игру. Спорт жесткий, в принципе. Вот, и две команды могут там
драться, так сказать, на поле очень жестко. Поэтому есть традиция третьего тайма обязательная. Mm-hmm. То есть, когда две команды или, грубо говоря, весь турнир, который вот играет, вот они собираются после игры и вместе там общаются, там, отдыхают. Вот, обязательно. Мирятся, да, кто с кем там. Вот, это дает возможность примириться, то есть у кого там были какие-то стычки во время игры. Мы стараемся поддерживать эту традицию. Вот сейчас у нас будут соревнования зимнего регби, приезжают вот товарищи из Подмосковья. Вот, там, стараемся всю регбийную Беларусь собрать. Будет вот в Бресте, в Минске и в Гомеле. Три круга соревнований, и мы будем каждый раз собираться после игры и общаться. То есть регби, а потом баня. Как минимум. Да, да, именно сейчас, именно сейчас баня. Ну, а что касается детей, вот со скольки лет можно, это Юля, за тебя спрашиваю, приводить ребенка в секцию регби, и вообще есть ли у нас подобные школы регби? Или, может быть, планируется их открыть? Планируется открываться. В Минске уже, возможно, будет с 1 февраля действовать такая секция на базе школы. И детей, я считаю, что можно приводить с любого возраста. Родился сразу? В принципе, да, мяч в руки пошел. Да. Нет, конечно, со школьного, там, какого-то 7 лет, может быть. Как в любом спорте, это начинается все от простого к сложному, какой-то ОФП. То есть никаких силовых приемов пока не будет, все равно до лет 15 точно. Это в Минске, а что еще? Касается Бреста. Да, планируем в Бресте, тоже с февраля. Ну, мы будем набирать по школам, но у нас определенный как бы возраст. Мы решили, что мы будем набирать с 10 лет. Mm-hmm. Ну, вы с девочками, я так понимаю, будете? И с девочками, и с мальчиками. Можно и желающим. Дочерей и сыновей, пожалуйста, приводите. Вот столько раз мы слышим, интересно, интересно. Так хочется же наконец-то их посмотреть. Юля, в чем дело? А посмотрите, ну, ты хочешь же поиграть. Ну, сначала я посмотрю, а потом, возможно, и поиграю. Что сегодня вы покажете в студии «Хорошее настроение»? Ну, сегодня мы покажем несколько регбийных элементов. Вот, покажем, как их правильно выполнять. Вот, что можно делать в регби, что нельзя делать в регби. Ну что ж, в таком случае мы постараемся освободить сейчас быстренько площадку для вас. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всем командам, всем представителям за то, что вы, вот, несмотря на то, что боретесь со всеми преградами и ведете этот спорт, наверное, какой-то популярности в Беларуси. И будем следить за вашим спортивным творчеством. Ну а сейчас давайте показывайте, что умеете. Мы для вас покажем несколько элементов из олимпийского регби-7. Первый элемент называется «Схватка». В схватке присутствуют два столба и хукер. Столбы сцепляются с хукером. Также присутствует полузащитник схватки, который вводит в схватку мяч. Крауч, байнд, сет! Элемент называется коридор. Присутствуют также по два столба с каждой стороны и джампер с каждой стороны. И вводит мяч полузащитник схватки. Сейчас мы вам покажем элемент регбийный захват и после него так называемый рак. Вот захват, и игрок с мячом должен выставить мяч в свою сторону. Вот это сформированный рак. Здесь линии вне игры по пяткам игроков одной команды и второй команды. И чтобы эта команда, чтобы забрать мяч, должна перетолкать лежащего игрока с мячом. Вот. И они не могут оббегать ни с одной, ни с другой стороны, могут только толкать со своей стороны. Несколько элементов, которые запрещены в регби. Сейчас будет элемент, так называемый огнетушитель. На скорости это очень больно. И если ноги поднимаются выше, грубо говоря, таза, то человек просто потом дышать не сможет и встать. Дальше мы покажем высокий захват, который тоже запрещен в регби. Можно захватывать за корпус, за ноги, но нельзя захватывать за шею, за горло, за голову. Есть еще просто грязная игра в регби, которая не совсем запрещена, но за которую будут также играть и против тебя. То есть регби – джентльменская игра, и поэтому нужно играть чисто. Сейчас покажем ручку, так называемую. Мы вам показали несколько элементов из нашей игры регби. Играйте в регби. Регби – настоящий джентльменский спорт, очень честный. И приходите на наши соревнования, на наши игры. Это всегда зрелищно и интересно. Участвуйте и болейте.